В первом полугодии 2022 года на исследование в лабораторию Роспотребнадзора поступило 267 проб рыбы, нерыбных объектов промысла и продукции, выработанной из них. Проверка велась по микробиологическим, физико-химическим, паразитологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям. Вся поступившая на исследование продукция соответствовала гигиеническим нормативам. В ней не было антибиотиков и нитрозаминов. Лишь в двух пробах были обнаружены отклонения по физико-химическим показателям. А вот при проверке торговых организации и заведений общественного питания пришлось снять с продажи 23 партии рыбы весом 75 кг. Так как были нарушены условия хранения и реализации, не было документов, подтверждающих качество и безопасность, на продукции отсутствовала или была неполная маркировка. По фактам выявленных нарушений на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей наложено 3 штрафа на общую сумму 140 000 рублей. Валерий Бобкин, 41 канал.